Заканчиваем четвертый ряд соединительной петлей. Воздушная петля, столбик без накида в эту же петлю, 3 воздушные петли, столбик без накида, пропуская столбик предыдущего ряда, опять 3 воздушные петли, столбик без накида, опять пропуская столбик предыдущего ряда. И так до конца. У нас должно получиться в этом ряду 24 арки по 3 воздушных петли, между которыми столбик без накида, пропуская 1 столбик предыдущего ряда. Заканчиваем 5-й ряд соединительной петлей. Шестой ряд. Соединительную петлю в первую арку, 1 воздушную петлю подъема, 2 столбика без накида в эту же арку. Теперь вяжем рельефный элемент. Столбик с 3 накидами провязываем под столбик 4 ряда, отмеченный маркером. Два столбика без накида в следующую арку. Следующий рельефный элемент. 3 накида. Пропускаем 1 столбик после маркера в 4 ряду. Под следующий вяжем столбик с 3 накидами. В следующую арку 2 столбика без накида. И так до конца ряда. Заканчиваем 6-й ряд соединительной петлей. 3 воздушные петли, 2 столбика с накидом в следующие 2 петли, 4 рельефных столбика 2 накидами под рельефный столбик 6 ряда. Следующие 3 петли, 3 столбика с накидами, 2 рельефный элемент, столбик с 2 накидами под следующий рельефный столбик 6 ряда. И дальше повторяете 3 столбика с 1 накидом и рельефный элемент под столбик 6 ряда. Итак, 8-й ряд. Заканчиваем 7-й ряд соединительной петлей. В следующий столбик переходим еще одной соединительной петлей, вяжем 3 воздушные петли вместо первого столбика с 1 накидом и 1 воздушную петлю арки. Теперь будем вязать рельефный элемент, который называется попкорн. Он будет вязаться под рельефный столбик 7 ряда и состоять из 4 столбиков с 1 накидом. 3 4. Теперь вынимаем крючок и вводим крючок в первый столбик с накидом, который провязывался под рельефный столбик. Первый столбик попкорна. Вяжем еще одну воздушную петлю. Еще раз покажу, как вяжется 8-й ряд. После попкорна провязали 1 воздушную петлю, 1 столбик предыдущего ряда пропускаем, следующий вяжем 1 столбик с 1 накидом и воздушную петлю. Под следующий рельефный элемент 7 ряда вяжем попкорн, состоящий из 4 столбиков с 1 накидом. 4 столбик с 1 накидом. Вынимаем крючок, вводим крючок в первый столбик, провязанный под рельефный элемент 7 ряда, протягиваем шнур в петлю и вяжем 1 воздушную петлю. И последний попкорн в 8 ряду. Вяжем 4 столбика с одним накидом под рельефный столбик предыдущего ряда. Вытягиваем петлю, вводим крючок в первый столбик с одним накидом и протаскиваем петлю. Делаем воздушную петлю и заканчиваем ряд соединительным столбиком в третью воздушную петлю начала ряда. Все, 8-й ряд готов. Девятый ряд. Соединительной петлей переходим в арку, провязываем одну воздушную петлю и столбик без накида в эту же арку. Одна воздушная петля, следующую арку столбик без накида, одна воздушная петля, следующую арку столбик без накида и одна воздушная петля. Таким образом, у нас между двумя попкорнами получается, что мы провязываем столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида, воздушная петля. Должно получиться в 9 ряду 48 столбиков без накида и 48 арок из одной воздушной петли. Заканчиваем 9 ряд воздушной петлей и соединительной петлей в первый столбик без накида. В 9 ряду я пометила первый столбик без накида, возможно, в дальнейшем нам это пригодится. Вяжем 10 ряд. Соединительной петлей переходим в первую арку, вяжем 3 воздушные петли, заменяющие первый столбик с накидом. В эту же арку вяжем столбик с одним накидом, 1 воздушная петля, в следующую арку 2 столбика с одним накидом. И воздушная петля. Таким образом, у нас получается в 10 ряду 2 столбика с одним накидом в арку, воздушная петля, 2 столбика с одним накидом в арку, воздушная петля. Всего должно получиться в 10 ряду 144 петли.